Ну что, друзья, решил я записать новое видео в преддверии подготовки к своей подготовке к новому путешествию, которое у меня будет в октябре. Но перед этим хочу передать всем большой привет. Апрель 2013 года. Таиланд, Пхукет, отель Ката Сибрис. Передаю привет Иркутску. Передаю привет Гузели, которая живет на Пхукете. Большой вам привет. Декабрь 2014 года. Египет, Хургада, отель Ле Паша. Большой привет Украине, Беларуси, Литве, Латвии, Эстония, Россия. Всем большой привет. Май 2015-го, Турция, отель Ситайм. Большой привет Али, Алекс, Мустафа. Вам отдельный огромный привет. Там я нашел жену, детей, любовницу. Вам тоже большой привет. Ну и всем-всем, кто с кем отдыхал в данном отеле. Дальше, январь 2016 года, Индия, Гоа, отель Вилла Анджуна. Большой привет Ульяновску, Владивостоку, Казахстан. Всех помню, со всеми общаемся. Дальше, май 2016 года, Турция, отель Club Sun Heaven. Большой привет Украине, Беларусь, Польша, Литва, Латвия, Дания, Турция, Россия. Всем тоже большой привет. Январь 2017-го, Вьетнам, Нячанг, отель Барселона. Владивосток, большой привет вам. Ну и России привет большой. Всем моим подписчикам, с кем встретился в январе 2017 года в Нячанге. Ну что, друзья, объявляю конкурс. Итак, внимание, я пошел сейчас выводить Норда. И как раз все узнаете по поводу моего конкурса. Норд, Норд, вот смотри сюда. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 10 апреля 2017 года. Я гуляю с Нордом, вывел его на улицу. Ребята, я хочу объявить конкурс на своем канале. Данный конкурс будет идти 10 дней. То есть через 10 дней, 20 апреля, я подведу результаты конкурса. В чем заключается конкурс? В октябре я собираюсь поехать в очередное путешествие. Угадайте, в какую страну я поеду. Участвуют в конкурсе те подписчики, только подписчики моего канала участвуют в конкурсе. И те, кто не знает, куда я поеду. Друзья, есть люди, которые знают, в какую страну я поеду. Но я вот именно хочу как организовать конкурс, провести конкурс для тех, кто не знает именно, куда я поеду. Итак, скажу, что это будет самостоятельное путешествие своим ходом. Буду брать билеты, ну, наверное, 20 апреля как раз буду брать билеты. Вам это все покажу, почем я возьму. Естественно, скажу уже, куда поеду. Вот Норд увидел лайку. Это далее. Поеду я своим ходом. На самолете через Москву, и это будет не морское путешествие, то есть это будет не море, это будет такая необычная страна, в которой, ну, многие, может, и скажут, а почему же не море? Но я вам скажу, ну, я в этой стране тоже хочу побывать. У меня уже есть место, где там жить. Это все узнаете, когда я буду покупать билеты. Скажу, у кого я буду жить, кто меня примет, так скажем. Тебе, кстати, ну ты вот всяко, наверное, видишь. Это тот человек, кому я поеду, кого я буду жить. Я поеду на 2 недели. Тебе отдельно привет. Потом все узнаете. Итак, друзья, под описанием, под этим видео обязательно оставляйте свои варианты ответов, в какую же страну я поеду. Приз. Первые 5 человек. Норд меня тянет, смотрите. Иди сюда, Норд. Первые 5 человек, которые правильно ответят на данный вопрос, в какую же страну я полечу, получат приз от меня. То есть я с этой стороны привезу презентики.
и вам отправлю уже по почте, вы получите бандероли с данным призом. Так что жду ваши результаты, жду ваши варианты ответов. Ну, дерзайте. Всем до встречи. Выбил я, друзья, Норден. Забыл сказать, знаете что? Под описанием, под видео, который я конкурс объявил, я не буду никаких комментариев писать. То есть не буду писать, правильно вы ответили, неправильно вы ответили. Просто потом я уже выложу видео и засниму, кто первые 5 человек, которые ответили, это, естественно, засниму на видео, и сами все увидите. Ну и так, дерзайте.